Ну а сейчас рекомендуем всем автомобилистам сделать звук телевизоров погромче. С завтрашнего дня в Красноярске, как и по всей России, вступают в силу новые правила эвакуации машин. Теперь ваш автомобиль могут увезти на штрафстоянку только в том случае, если вы оставили его в зоне действия знака «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой «Работает эвакуатор». Но автоинспекторы предупреждают, расслабляться не стоит. Бросили машину в запрещенных для этого местах, например, на тротуаре, на пешеходном переходе, на остановке общественного транспорта или на местах для инвалидов, ее обязательно эвакуируют без каких-либо дополнительных табличек.